два человека пытаются как-то жить. Зачем живущих встретиться, поговорить? Но разница между живущими тысячу лет. И вместе они как бы есть, а как бы их нет. Если первый напишет письмо и отправит конверт, он вряд ли когда-то получит обратный ответ. И вот двое уселись на один и тот же утес, свесили ноги вниз и понеслось. Один говорит: «Здравствуй, друг!» Другой отвечает ему: «И вдруг что-то на общих небесах сделало круг». И оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и оба узнали, что они — это один человек. Однажды на землю спустилась глубокая ночь, не слышно ни одной машины, и стала ночь в точь, как если бы я был полностью опустошен. Пустая коробка с наклейкою «Все хорошо». И сидя в холодном углу под побитая масть, швыряя по комнате деньги, бутылки и сласть, смотрю на свое выражение со стороны. Часы прекратили движение и понеслась. Кто-то сказал мне: «Здравствуй, друг!» Я отвечаю ему: «И вдруг что-то на наших небесах сделало круг». Мы оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и мы оба узнали, что мы — это один человек. Кто-то сказал мне: «Здравствуй, друг!» Я отвечаю ему: «И вдруг что-то на наших небесах сделало круг». Мы оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и мы оба узнали, что мы — это один человек.